7.30. Казанский вокзал, Комсомольская площадь. ЭП-20, который нас повезет. Электричкой из Москвы я поеду в никуда. Может, он без проблем. Он занес. Это лёд. Нормально. Автолайновский маршрут Воронеж. По московскому маршруту. Так, ну как любой травоблогер. Обязан заглянуть. Ну, нормально, сфотографируемся. Себяшки поделал. С Васьки, с Воронежа. Самый осколок я. Ничего не вижу. Сам себя я ненавижу. Вновь слезы нет. Ну все, я в принципе собрался, вроде ничего не забыл. Кстати, я только сейчас подумал, как кондиционером пользоваться? Пульта я как-то от него не нашел. Ну ладно. Так, собственно, все, что я оставляю, только мусор, аккуратно сложенное ведро. Ну, постель уж не стал заправлять, все равно мять надо ее там. Испачкал слегка ручкой. Так. Сторона зараз, то есть посмотреть вообще хоть что там сейчас за окном. Что-то не подумал. О, уже расцвело. А то я когда проснулся, темнотища была. Все, вот теперь можно идти. Так, ну все, ключ я сдал. Шевик какого необычного сиреневого цвета. А даже такого как-то. А, ну правильно, сиреневого. У нас же сирень сиреневого цвета. О, Федерная Нива. Давно я таких не встречал. В Москве есть что-то прям мало. Ну, в общем, сейчас решил прогуляться. Там на улице Лизюкова на округе есть сувенирные лавки, две штуки аж сразу. Я вот хочу посмотреть, потому что магнитики-то я вчера купил. Папе купил пивную кружку в коллекцию. А я для себя коллекционирую ключики. И их не было на вокзале, пока я ждал такси. Почему, не знаю. Ложки были, колокольчики были. А вот что-то с ключиками, да. Поэтому сейчас посмотрю, может там есть. Хотя бы в каком-нибудь магнитном виде. О, Линкольн. Редкая машина. Это навигатор, по-моему. Или авиатор, непонятно. Ну, газельки первого поколения, в каком состоянии бегают. В Москве их, дай бог, в ржавом виде встретить. Тут красота. Так, ладно. Хватит болтать. Я пошел. Что? Пока иду в направлении Курска. А Москва сзади меня. В общем, ключей у них нет. Два магазина обошел. Ни там, ни там нету. Даже сейчас вызывают такси. Не буду на вокзале смотреть. Там есть круглосуточный еще идет. Машину вот тебе. Может еще где покажется. Это не то, что, конечно, без ключа выезжать вообще неохота. Ну, в общем, нормально, доехал я. Вот он. ДК городской их. Хороший мужик на Дацуне, который копия Гранта, который разговорчивый. Ну, решил по приколу вызвать эконом. Ну ладно, сейчас тут буду разбираться, где у нас блюра.
9 января. Названа в память о Кровавом Воскресенье, которое было 9 января 1905 года по старому стилю. Интересное местоположение для ДК. Ну, в общем, все нормально. С блюрами я встретился, прогнались. И сейчас меня отправили по махотину. Антистатик я уже купил. Сейчас мне надо купить. Сейчас мне надо распечатать биатлон. Потом еще купить, попить. И покурить. Ой, елы-палы, раскудрить их через плетень. Ну, где в этом городе табак достать, не знаю. Куры не ездят с квадратными номерами. Ладно, если что будет интересно поснимать, посниму. А так, наверное, уже после игры увидимся. Новогодние каникулы уже скоро, а это значит самое время открыть что-то новое для себя. Казань, Питер, Москва, Зимняя Карелия, Красная Поляна и другие те самые места, где можно и почувствовать, и увидеть ту самую новогоднюю сказку волшебство. А если вы поклонник адреналина, то может горнолыжный отдых? Чигет, Эльбрус, Шерегеш. Выбирайте даты и бронируйте отель со скидкой на Яндекс.Путешествия. 11% для новых клиентов и 10% для всех остальных по промокодам. До 10% кэшбэк баллов вернется вам в личный кабинет плюса, чтобы согреть вас вкусным ужином или довести вас до вокзала. Бронируйте ночлег по ссылке. Питера и Москвы дополнительные скидки до 20%. Ссылка в описании. Я вот решил посмотреть, как ночью будет записываться. Отыграли, заняли 5-е место. Вон они там идут. Ну, я уж не стал спрашивать. Ну, честно, оценки странные. Мягко говоря. В общем, сейчас я хочу заехать в один торговый центр. Там, во-первых, 3 магазина сувениров. Во-вторых, там есть и Бургер Кинг, и вкусная точка. Если что, надо дорогу взять, пожрать что-нибудь. Потому что боюсь в вагон-ресторан идти из купе. Все-таки это не двухэтажный экспресс. Что еще? А, вызвал такси, Шкода Рапид едет. В комфорте. О! Воронеж. В Москве это эконом, здесь комфорт. Так, ладно, все, у меня руки мёрзнут, потому что снега нема, поэтому даже в такую погоду очень холодно. В общем, зашел я тут поесть, вот этот торговый центр, не помню, как он называется, какая-то галерея. А, галерея Чижова, вот. В общем, взял поесть и наконец-то нашел ключ хоть в одной сувенирной лавке. Все, сейчас жду такси, опять Шкода Рапид. Так, ну все, на вокзале. Сейчас вот таскаюсь с телефоном, который у меня разряжается, вон пауэрбанк хоть есть. Может, там в поезде ты будет подзарядиться, но это мы посмотрим, пока пусть заряжается. Все равно мне еще больше часа тут сидеть. Почти полтора. Почему вообще? 19. Сколько? 19:15 сейчас? А, у меня поезд. А сколько у меня будет? 21:28. 21:46 он приезжает. Так. Сейчас я сейчас 40 минут тут съехал. Ага. 43:43. Ага, стал, что-то.
Ладно, все. Выключились. Пока. Так. Вот, по идее, мой поезд приехал. Сейчас пойдем узнавать. 15-й вагон. Странно, где маска, в другой стороне у нас. Ладно. На этом, в принципе, можно заканчивать. С вами был Брэнс на сером козле. Это блог про поездку в Воронеж. Далее титры. До свидания, товарищи. Проходят дни, пролетают года, высыхают океаны. Эти слезы, эти раны. Но не смотри ты по сторонам. Оставайся такой, как есть. Оставайся сама собой.